Нижневартовские моржи открыли купальный сезон. Первый массовый заплыв прошел на Молодежном озере. Кстати, водоем получил такое название из-за уверенности вартовчан в его омолаживающих свойствах. Моржи с нетерпением ждали морозов и теперь будут устраивать закаливающие процедуры каждое воскресенье. Чем так привлекает людей холодная вода, узнал Алексей Шабанов. А что сказать? Классно! Лови! На улице минус 20, а в воде плюс 2. Теплая полынья так и манит экстремалов, призывая окунуться. Впрочем, любителям зимнего плавания лишнего приглашения не требуется. Более того, погрузившись в воду, они покидают ее с явной неохотой. Очень, очень. Уже второй год на Молодежном работает клуб «Бодрячок». Поклонники здорового образа жизни создали его совместными усилиями. Ранее они моржевались в разных частях города. Обтирались снегом, обливались холодной водой, потом и до проруби дошли. Два года уже ходим в прорубь. Ну, такой небольшой рост у нас происходит. Снег, водичка, а теперь и прорубь. И призываем всех, приходите, даже можно и этот процесс ускорять, потому что мы почему начинали со снега? У нас проруби не было, а сейчас у нас прорубь есть, поэтому мы такие добрые, веселые, закаленные, приходите. Здесь есть матерые моржи и те, кто ныряет впервые. Всеволод Сидегов готовился к первому погружению долго и основательно. Эффект превзошел все ожидания. Отличное ощущение, пробовал первый раз, потому что контрастных доз для меня стало мало. Бодрит, главное, развивает, как циркулирует кровь больше и не болеешь. Закаливание действительно полезно, говорят врачи. Но перед погружением в прорубь обязательно нужна консультация. Моржевание категорически противопоказано страдающим хроническими заболеваниями, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы. Да и всем остальным не стоит сразу лезть в прорубь. Начинать нужно с контрастного душа и обливания холодной водой. Конечно, как любое закаливание, это укрепление организма, это укрепление иммунной системы, это выработка гормона радости, то есть закаляться полезно всем, начиная, конечно, с самого маленького возраста, с самого раннего возраста. Что может быть лучше легкого морозного экстрима и изрядной порции эндорфинов, которую можно запить горячим чаем? И так всю зиму. Сезон только начинается. Алексей Шабанов, Рамиль Хайруллин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.